Ленинградский фарфоровый завод. Шикарная, совсем нечастая статуэточка из доброго мультика «Мальвина и Артемон». Смотри, какая красота. Жалко, конечно, что до нашего времени сохранилось с потерями. Как мы видим, у Артемона утерян один ус. Его просто кто-то отломал. Смотри. У него даже часы на ногах. А так дальше я все покрутил, повертел, посмотрел. Сколов, трещин не обнаружил. Никаких подклеек. Печать, вот видишь, ЛФЗ. Какой сорт, я не вижу. Быстрее всего первый. Или высокий сорт. Обалденная статуэточка. Обалденный мультик. Смотри на эту мальвинку. Держит его за шкурку. Очень яркая, очень красивая. И, скажем так, антуражная, наверное. Ребятки, переходим по ссылочке описания моего канала. Штучек 5-6 статуэточек уже в ближайшее время выставлю в продажу.